Хэллоуин настал. Именно эта ночь будет самой страшной ночью в истории. Ведь под этой крышей собралась вся нечисть, и каждый из собравшихся был самым лучшим в своем пороке. А значит, грядет что-то ужасное. Хэллоуин. Заказывать. Я могу салат нарезать. Смотри. Готово! Красивая, артистичная, талантливая и яркая. Ты где откопала? Дерьмо собачье, никогда такое не надела. Ребята, у вас, конечно, классная вечеринка, но у вас не найдется веревки и мыла? Зачем тебе? Хочу веревку помыть. Нет, я вижу, что твои цвет не совпадает. Мои это. Твои волосы, не ты мои. Что с ним делала? Ребята веселились и еще не догадывались, что их ждет. Напряжение возрастало, и вот час проби. Я вас собрал здесь не случайно. У меня для вас серьезный разговор. Маль салатик? Нет, какой к черту салатик? Сегодня день Великой Битвы. Из дома выйдет один из вас.
Самый... Хоть бы тупой. Сильный. Есть! Но не все так просто. Вам самим нужно решить, кто станет этим счастливчиком. Вы не умеете смеяться, как злодей. Я знаю. В общем, игра началась. Мы все умрем. Слушай, ты такой умный. Вы же понимаете, что нам не выбраться отсюда? Мы в огромном гробу. Даже не знаю, что сказать. А что? Я должна умереть красивой. А еда будет? Ребят, просто поймите, мы не знаем этого человека. Вдруг это просто глупая шутка. Такими вещами не шутят, мы все равно умрем. Я, конечно, и тупая, но поговорку про утюг знаю. Какую поговорку? Слаб отдельно каждый прутик, веник целый не сломать. Вообще-то это поговорка про веник, но я поняла, о чем ты. Точно! Нам нужно объединиться, со всеми нами он точно не справится. Да! Что? Ты? С ними справилась? А ты поговорку про веник знаешь? На этом игра не закончена.